Рассмотрим работу датчика расходомера совместно с Arduino Nano. Значит, здесь датчик, встроен датчик холла. Корпус его прозрачный, видно, он турбиночкой стоит. Корпус привинчен через стандартные винты, которые находятся на самом корпусе датчика. То есть ничего не клеится, завинтили, поставили. Вот так выглядит крышечка. Имеется индикатор на ней, для того, что когда видно, когда измеряет он. В проекте на каскаде запустим каскаду. Вот мы ее запустили. Сам проект в FLProc выглядит вот таким вот образом. То есть счетчики с импульсов, с датчика поступает, при условии нажатия на кнопку поступает на счетчик в течение минуты. После минуты счет прекращается, и мы видим текущее значение, насчитанное, сколько литров в минуту проходит через данный датчик. Ну и кроме того, еще имеется индикатор, то есть в течение минуты этот индикатор горит. Попробуем. Сейчас я попробую взять датчик и через него не буду пропускать, а пока воздух. И посмотрим, как работает. Для этого, значит, нажимаем кнопочку. Запустили. Дышим. И мы видим, как меняется показание счетчика левого. Левый счетчик показывает количество импульсов. Ну, данный датчик это 300 импульсов на 1 литр дает. В течение минуты он считает, и когда погаснет лампочка, счет прекратится, и мы увидим, и можно записать число. Справа индикатор показывает, пересчитывает количество литров в минуту. То, что наиболее важно, ну, имеет смысл считать, показывать количество литров в минуту. Ну, просто для отладки здесь еще и отображается количество импульсов. Еще раз дунем. Вот таким вот образом работает индикатор. Индикатор на планшете с установленной каскадой. И сам датчик расходомер по существу, который через вот этот же кабель соединен с Arduino и обмен идет через USB разъем. Вот время закончилось. Итак, я надул воздухом 3066 импульсов, что соответствует 10, 20 и 200 литра в минуту. Вот такова была производительность. Но данные сейчас можно поиграться и использовать данный датчик для измерения объема, например, воздуха легких. Для этого мы делаем сброс и в течение минуты выдуваем полный легкий. Сейчас мы наберемся. Ну, маленький объем для курильщика. Попробуем еще раз побольше набрать воздуха. Вот, выдохнул. Вот 3 литра объем легких получился. Вот это можно использовать как измеритель объема легких. Ну, только надо, как сказать, знать, подойдет ли этот датчик для воздуха. Хотя, в принципе, для турбинки большой разницы нет, воздух или крутится ли от воды. Но, тем не менее. Ну, просто как пример показано, что можно с помощью такого приборчика сделать простой прибор для измерения объема легких. Подключаем любой смартфон и работаем. Проект на каскаде представляет из себя следующее. По существу это, значит, используется шлюз. Со шлюзом мы это мы считываем с Arduino из регистра данные. Преобразуем их во флуат, делим на 300, потому что 300 импульсов на литр. И получится, кладем в 20-й регистр. А уже 20-й регистр подсоединяем к индикатору.
И мы видим на правом индикаторе отображает количество литров. Сейчас я на секундочку положу камеру, чтобы закрыть корпус, и чтобы показать, как в сборе выглядит данное изделие. Для этого мы отключаем кабель, вытаскиваем, затем снова втыкаем кабель и смотрим, что у нас, как это выглядит. Вот такое вот получается изделие. Стоит нам нажать кнопку, на сразу загорится индикатор. Сейчас для этого мы запустим ее, запускаем, нажимаем кнопку, и мы видим, загорелся тут же индикатор. И он горит в течение минуты, пока идет измерение. Все, спасибо, удачи!